Здравствуйте. Прогуляемся по улице Правды. Это одна из нешумных улиц города с односторонним движением. Четная сторона улицы здесь превращена в подобие бульвара с зелеными насаждениями и скамейками. А также здесь встречаются интересные скульптуры. Вот, например, вот это. Это скульптура режиссера. Располагается рядом с Санкт-Петербургским киновидеотехническим колледжем кино и телевидение. Изображает собой режиссера, который держит в руках рупор. И у него есть разные крутилки, ручки и замочки. Вот, например, вот это можно даже покрутить. Написано «Прошу повернуть». Идем дальше. Улица Правды была названа в честь большевистской газеты, которая называлась «Правда», которая первое время печаталась в 14-м доме. Это там дальше, по соседней социалистической улице. Идея создания парка скульптур под открытым небом принадлежит архитектурно-художественному фонду. Получилось так, что у современных петербургских художников, ранее выставлявшихся в Швеции, Дании, Германии, появился стимул творить для своего города. И начиная с 2005 года на улице обосновалось несколько необычных скульптур. Например, если перейти на нечетную сторону улицы, там в парке есть еще скульптура. Например, вот памятник собаке Гаврюше. Раньше эта собачка стояла на улице Малая Садовая, а сейчас ее сюда переместили. Она здесь стоит. Идем дальше. А это скульптура «Три ангела». Автор Борис Сергеев. Скульптуру установили в память о церквях Иоанна Третьи, Преображения Господня и святого Александра Невского, которые когда-то находились поблизости. Вот они. Следующая скульптура. Авторы Дмитрий и Даниил Каментьеры. Человек стоит, прикованный к колесу от повозки. Держит тросточку. Вот здесь у него сбоку замочная скважина. А на спине у него табличка с номером, как на квартире. Такая необычная скульптура. Дальше мы идем во двор Правды 3. И здесь детская площадка.
здесь стоит скульптура дяди Степы, милиционера. Герой произведения Сергея Михалкова. Еще здесь есть карусельки и вот такой вот трамвайчик. Пост ДПС. Вот еще вертолетик ДПС. Мотоцикл. Машинка. Вот такая вот качелька. А вот эта машинка — это горка. Здесь вот такие дорожные знаки, светофоры. Там машинка, она на пружинках. Вертолетик, там можно посидеть. Трамвайчики можно полазить деткам. Такая машинка. А вон там тренажеры. Идем дальше. Возвращаемся на улицу. Заходим вот в эту арку. И вот в этих дворах мы увидим героев изумрудного города. На стене дома декоративное сооружение. Саблезубые тигры. Вон они какие. У них даже усы торчат объемные. Это людоед. Смотрите, какие у него сапоги. А в печи котел. Смотрите, нарисованы поварёшки. Сковороды, чайник, все в паутине, паучки, косточки валяются. Вот людоед обрадовался, что-то увидел. А здесь, смотрите, на стене. Вот где тигры, на соседней стене здесь ведьма с зонтиком. Все объемное. На каблучках. И вот капают капельки, и там лужа. В луже птицы и лягушка. Вон оттуда мы пришли, идем дальше. И здесь следующее декоративное сооружение. Декоративное сооружение голова. Представляет собой голову огромную. Глаза сделаны из мозаики.
Скоро там будет травка из нее расти. Такая вот голова. А вон там детская площадка. Вот смотрите, здесь даже дорожки в этом дворе выполнены в определенных цветах. Вот если так присмотреться, то дорожка, ведущая в парк, она желтого цвета. Вот мы по этой дорожке идем, как будто в изумрудный город. И вот у входа встречаем первого героя. А в руках у него вот такие очки. На ремешке ключик. Смотрите, декор сделан в виде солдатиков. Даже скамейки. Такой классный городок, детский, большой. Здесь можно даже свой рост измерить. Те, кто меньше 1,50 м, могут встать и измерить. Вот такая прекрасная качеля. Такая горка. Счеты. Еще один измеритель роста. Такая карусель. Вот волшебница нас встречает. На лавочке сидит. Такой вот чудесный городок. А еще смотрите, какие тут обезьяны с крыльями на козырьке. Классные. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, и Элли возвратится с Татошкою домой. А в этом дворе сами главные герои сказки. Это Элли, Страшила, Дровосек и Лев. Вот девочка Элли, Страшила, Железный Дровосек. И вон там лев. Вот этот двор, где стоят главные герои. Но он, к сожалению, закрыт, и я прям близко к фигурам подойти не смогла. Издалека вам только показала.
Мне повезло, я прошла во двор. Волшебная книга. А вон и главные герои. Страшила. Такие довольно-таки высокие фигуры. Железный дровосек. Смотрите, как все. А там у него сердце, видите? Так. Топор огромный у него в руках. И бревно. Дровосек больше 2 метров высотой. Страшила где-то 1,60 м. Элли и Татошка. Девочка Элли. И лев. Вот такие интересные сооружения, скульптуры. Мы сегодня посмотрели на улице Правды и во дворах улицы.